И отличная новость для любителей прекрасного. Чтобы видеть настоящее чудо природы, не обязательно ехать в дельту Волги. В Среднеохтубинском районе зацвели лотосы. Полюбоваться нежными красками спешат и местные жители, и приезжие. Обычно пик их цветения приходится на конец лета, начало осени. Но в этом году бутоны распустились раньше обычного. Цветение лотосов – явление прекрасное и уникальное. На территории России эти цветы не слишком распространены. Кроме нашей области, лотос растет всего в нескольких регионах страны. У нас он появился в 2007 году, только как именно, никто точно сказать не может. Вскоре здесь планируют благоустроить территорию, поставить лавы, столы и другие удобства для отдыхающих.